Всем привет! В очередной раз мы пришли за грибами. Вон еще люди. Вот здесь рыбачат. Да здесь уже все собрали. Ты видел, сколько у них пакетов было? Видишь, вот. О, еще люди, людей вообще. Нам грибы-то останутся. Здрасте. Короче, в лесу сегодня людей просто немерено. И все с полными пакетами. Вон еще один человек. Здрасте. Здрасте. Столько людей в лесу. Много. Грибов-то осталось, хотя немного. Это же лисички. Лисички? Да, лисички. Две штуки прошли. О, три. Да есть, просто надо смотреть. Ну, вверх тоже поднимем. Давай это режем. Давай это режем и на наше место. Блин, людей вообще немерено. Реально, ты видел, сколько людей? Я чуть не упала. Я смотрю, и все с такими огромными тарами. Ну просто эти срезай, да и все. Хотя бы так, да? А это что? Ты видишь, они какие аккуратные? Будут, наверное, закрывать в банке. Ну, да. Аккуратные какие собрали, маленькие. Ну, мы тоже аккуратно делаем. Ну да, тоже закроем. Конечно, закроем. Сейчас много соберем. Большие никто не хочет собирать, походу. Большие тоже вкусные же. Согласись? Ну, большие можно на зажарку. Ну. Просто. С супом, например. Пакет, надеюсь, много взяли? Пакета три у меня еще. Нормально? Три, я еще один взял. Четыре, значит, четыре нормально. Ведро. Нормально. Немало? Ведро большое взял, нормально. Надо было еще маленький взять. Вот ну, так пакет. Надо было тебе взять, что ж ты не взял? О, смотри, это что? Это благородный гриб. Здесь, походу, собрали все, видишь? О, смотри. Похоже на подберезовик. Может, там, на. Сделать, продает? Ну, может. Благородный, ага. Туда выше я уже залезть не. Ира, здесь собрали, не видишь? Видишь, смотри. А. Много да, я вижу, срезано очень много. И я проходила много срезок. Но я не могу подняться выше. Скользко очень. Это опять, только опять. Ну. Не то не может, люди не знают про лисичек некоторые. Как мы тогда не знали и проходили мы мимо. Знали. Они тогда тоже... Ну вот рви, и вон сзади. Сзади не затопчи. На, вот смотри. Смотри, их тут тоже много. Иди сюда. Что? А. Ну, собирай. В этот раз будет очень много грибов разных. И опят, и лисичек. Сыроежек что-то мало, конечно. О, сколько их тут. Вот, пожалуйста. И все такие красивые. Ну, прям груздями. Выкинь, это поганка. Я видела это. Всякую фигню собираешь. А, да я видела, проходила. Да, конечно, лисички, опята это хорошо, но мне бы хотелось красивых боровичков, белые грибы пособирать. Или трюфеля какие-нибудь дорогущие, цезарьские. Я очень мечтаю его попробовать просто, гриб-деликатес. Ну, тут тоже как бы лисичек много, и тоже они не дешевые, полезные. Насобираем, засушу. И буду тоже, как итальянцы, перетру
в порошок и буду добавлять к мясу, к рыбе. Вот так вот на одном месте поляна тоже. За раз собрал. И долго по лесу ходить не надо. Во, мы как залезли. А там люди идут. Красиво так тут. И пахнет осенью. Давай, Урал. Мне надо... положить в пакет тебе. Опа. Что ты там уронил? Ну что, мы идем за пятами, пока их там все не собрали. Ты видишь, какой наплыв людей? Ух ты! Ух ты! Что Урал нашел? Красавчик! Ого! Я так хотела белый найти! Какой красивый! Ух ты! Вообще, смотри какой! Смотри, прям какой красавчик! Да, такой чистенький, беленький. Я только об этом мечтала. Говорю, вот бы еще белые найти грибы. Трюфели, цезарские. Давай посмотрим, еще здесь походим. Может, еще найдем. Блин, белый гриб, ура! На одного мало. А вот и коралловые грибы. Но на этот раз мы их собирать не будем. Потому что в прошлый раз нас от этой розарии, или ромарии, очень сильная была диарея. У обоих. Мы даже не стали доедать, выкинули. Мягкая такая, смотри, проваливается. Красота. Сегодня мы зашли дальше, чем позавчера. И людей вообще просто немерено. Куда ни заходим, везде люди. Да, Урал? Вон у людей куча пакетов. Опять все собирают, видишь? Ну да. Мы в этот раз еще дальше ушли. Хочется поснимать. Просто красота. Красота. Там, знаешь, ты смотри, белый гриб не потеряй. А то я тебя убью. А вот там, кстати, могут белые грибы расти. Я говорю, ты воду здесь не пройдешь глубоко. Там такие булыжники, будет. Смотри. О! А там какие булыжники. И людей сколько. Одни приходят, другие уходят. Смотри, какая красота. Вообще прям жесть. Такие валуны. Да? Красиво, да? Сколько здесь людей прошло и коняки. О, какая красота. Ага. Думаешь? Я не помню это место. Я помню, я проходил только на Элисе. Да, рыба. Очень глубоко, и наверняка тут рыба. О, смотри, да, она большая. Это большие, смотри как. И вон их сколько. Они, смотри, застыли, видишь? Смотри, это форель. Большой, большой.
Где? Вот такой, я вижу. Я пытаюсь сфокусировать камеру, он на дне сидит. Да, да, блин, вот такой. Вот, такой. Он, да, она мне камера зацепила. Смотри. Как бы мне не грохнуться, а то искупаюсь еще. Вот, ну видишь, пока? Здесь белый вот он. Да, вижу, вижу. Вот, видишь? Маленьких много. Угу. Конечно, здесь глубоко. Просто вода прозрачная. Видно. Угу. Смотри, стаи сколько. Блин, там большие 3-5. Я здесь, который видел, еще больше таких. А она под камень что-то спряталась. Зачем? О, вон она. Почему она под камень прячется? Вон, какая она. Оп. Что-то кушает? Вот там тоже люди. Но это на коняшках. Пошли. Пошел гриб. Выкинул большой, который я нашла. Грусть. Рыб кормят. Пошли, Урал. А то грибов не останется нам. Урал, короче, набрал воды в сапог. Не смог пройти. Не, как смог? Сквозь спрячь. Камень. Вот здесь мы проходили. Лаконос американский. Уже высох. Лекарственное растение. Сердечное. О, ягодки. Ягодки. Их используют еще для окраски соленья. О, здесь рыбачат. Здрасте! Ну как улов? А вот там, видели дальше, мы прошли, там прям крупные. А как ты пройдешь? Ну пойдем. Там глубоко. Ты хочешь грохнуться? Может, вот здесь прогуляться? Вон какие-то грибочки. Но это поганки. Банок. Откуда столько банок? Я компот просто. С собой в лес носили, в горы. С 3-литровой банкой. Эта тропинка ведет к деревне. Тут недалеко деревня. Сейчас она по карте смотрела. А вот какой-то гриб, похожий на зонтик. А, это мухомор. Но здесь тоже люди ходили. Видно, протоптано, и грибы были пнуты, сыроежки. Блин, как тут пройти? А вот смотри, это... Случайно. О, древесные грибы, которые корейцы готовят. Приколись, древесные грибы. Вон их сколько. Я соберу. Ой, гнилая. Уникальное место. Такие грибы растут, даже древесные, китайские. Опята нашел? Лисички? Я думала, опята. Ну да, опята. Я хочу баночку закрыть. Короче, вот мы понаходили. Это ауикурярия. Ауикурярия какая-то. Я выговорить не могу. Ну, в общем, это съедобный гриб. Его есть можно.
Ну, это, наверное, свинушка. Вон их сколько. Но у корейцев они, я их видела, и мы покупали и ели. Это древесный гриб. Просто надо уметь их правильно приготовить. Смотри. Это свинушка. Ну, положи за солем вон. А вот мы зашли. Такая тисо-самшитовая роща. Но в каком-то году сюда запустили каких-то американских бабочек, и они всю листву самшита пожрали. А вот эти вот, это вот деревья, обросшие мхом, они потому, что здесь очень много грунтовых вод, и рядом речка, и большая влажность. Поэтому он вот такой вот весь во мху. Ну, красиво. Реально красиво. Вау, какой лес. Вот такая красота. И тишина такая. Деревья, обросшие мхом. Вот это лес. Сказочный. О! Ты хочешь здесь пройти? Да вот ты здесь, смотри, красиво. Красиво. Место красиво. Ой-ой-ой, скользко. Ага. Мы здесь можем и пройти как раз. Да куда пройти, смотри, там город. Прикольно. Уже, походу, нигде грибы не найдешь. Все собрали. Ты видел, сколько людей? Мы так далеко зашли и встретили следы человека. Босиком ходили. Блин, я черепаху тут видела, пока телефон достала. Подержи-ка ведро. Вон она, вон она, вон она. Поймай ее, а. Поймай черепашку. Смотри, ага, черепаха. Давай пакет. Вот это находка. Давай, давай. Лови черепаху. Как ловить? Смотри. Давай, я с этой стороны ее буду. Палку надо. Видишь, тон. Глубоко. Глубоко. Вот вроде еще опята. Прям на булыжнике выросло. Mm-hmm. И вон камень. Где? Ой, не знаю. Но это не зонтик. Mm-hmm. Поганка. Mm-hmm. Интересно, что это за грибы-то? Может быть, и съедобные. Свинушки похожи. Ну, так как я не знаю, брать их не буду. Ну, ты зоркий. А что-то они потоптанные, не? Я тоже так думаю. А вообще это запаганка. Угу. Ложные опята. Угу. Нет, нельзя есть, рвать. А вон, тут уже ходили, смотри, пнули. Угу. Видишь, грибочек. А я вот нашла подберезовик. Вроде это подберезовик. О, да, это подберезовик. У-у-у, благородный гриб, второй. Подъеденный, нормально так. Там о, какой.
ствол огроменный. Наверх или обратно? Нет, нет. Вот что за гриб? Ну да, тут трындец. Фу, жарко. Все, мы идем уже обратно. Сейчас попробуем черепашку достать. Если не получится, ну и бог с ней. В общем, мы вернулись обратно и поймали черепашку. Вытащили палкой, потому что там очень глубоко. Будет с нами жить. Не знаю, самец это или самка. Потом в интернете поищем. Прикольно, да, находка? В речке. А нашли мы вот здесь. Ну, когда сюда шли, я увидела, она отсюда плыла туда. Потом я перелезла, намутила воду на этом обрыве, потому что все стало сыпаться. А здесь по пояс. А! Смотри. Ладно, пошли, нам еще опять собрать. Смотри, как кусает. Да, кусает боль. Пошли, ура, все. Вот как уже темно, и мы обратно уже бежали, чтобы быстрее речку перейти по темени. Все, вернули мы черепашку в ее привычную среду обитания. Ну, правда, не там, где мы ее поймали. Вот она, спряталась. А в домике лесника. Я им предложила, нужна, не нужна. Они сказали, ну, там есть пруд, закиньте. Я думаю, отлично, хоть далеко не придется идти. Вот ищ. Опятушки. Вот и опятушки. Я сейчас залезла в такое место. Я думала, реально уже оттуда не вылезу. Вся вспотела. Оказывается, здесь тоже люди ходят. Но раз здесь люди ходят, значит, 100% я отсюда выйду. Это уже не пугает. Просто на такой реально склон залезла, что если упадешь, то прямо в речку и можно руки-ноги поломать. Но я кое-как удержалась там, где за дерево, где за травку. Очень тяжело. Вообще непонятно, куда я залезла, но это ужас. Ох. Зато насобирала полное ведро. Ну, лошадки лакомятся. Ну, нормально. Зато вот столько собрала. Целое ведро. За один раз как зашла. Ну, за два раза. В двух местах. О! Да, немножко есть. Но это не зимние опята. Это осенние. На зажарку вообще ништяк. Да? Ага. Не просто так ходит. Ну да.
Уже рад. Ты прям срезай без ножек. Я вон видел, без ножек срезаю. Да лучше так, чтобы пускай вырастет. Они там ломаются, потом не растут. Да? О, это что? О, это. О, это противораковый гриб. Надо его взять. Блин, ты можешь? Это, кстати, редкий, занесен в Красную книгу. Положить мне в рюкзак, пока режу. Какой рюкзак? Сюда положи, все. Только не потеряй. Не это типа чаги, только я забыла, глянцевая какая-то. Вот прям так. Одни шляпки посрезаем. Чисто на зажарку. Вот видишь, я же тебе говорю, сюда надо идти. Я просто не стала одна искать. Вот же он тоже есть тоже. Не надо это. Я не знаю, что это за грибы. Не мучиться. Видишь? Вот еще Урал нашел. Мы ходим там, где люди не ходят. И поэтому находим. А Урал видел несколько человек. У них там 2 или 3 грибочка. Сильно это. Я буду срезать. Я еще нашла. Сейчас я эти срежу. Видишь, повезло нашла. Ну да, что пошли сюда. А ты еще не хотел идти. Я говорю, пошли. Да еще с такими лапками нашла, смотри. О-о-о-о. Такой огроменный. Маленький, а ножки толстые. Ух ты. Их тут много. Все срежу, ничего не оставлю. Да, все собрала. Ага. Ничего, нифига, смотри, сколько. Маленькие тоже. Вон, видишь, вперемешку все. Блин, вот это редкость. Он занесен в Красную книгу. Вот это слишком длинный, да? Да, смотри. Видишь, маленький там тоже есть. А, ну да. И лисичек вон полно, смотри. Да все, мы за опятами пришли. О! Лисичек немерено. Но мы пришли за опятами. Какой-то маховик. Их тоже несколько видов. Урал, ты идешь? Я на ту сторону. Там чуть-чуть пошарюсь. Не нашарилась. О, да, тут 100% люди ходят. Следы. Ой-ой-ой, сколько колючек. Эти лианы колючие. Так, будильник. Вот как их достать? Ты палкой хочешь? Конечно, а по-другому как? А я думал, ты думаешь, палка, я для чего беру? Удобно. По-другому никак. Соберешь? Соберу, давай. Стряхивай. Давай. Вот, падает. Ну что, я буду по одному лазить. И... Ой, а тут уже кто-то был. О. Маленький хороший. Тут уже, видишь, срезано. Да. Много мест. Я не знаю, куда тут... Ой, куда он упал. Вот. Теперь готовься, большой будет. Давай. Поближе ведро. Ты кидай, кидай. Сегодня мы собираем только опята. Ну, если попадутся благородные, типа белого. Вот 2 маховичка. Все вверх надо пойдем, смотри. А, оленьи рожки, от которых у нас диарея была. Так что их надо есть с осторожностью. Кто умеет готовить, кто не умеет, я не умею. Но немножко поиграла со вкусом.
И вроде вкусно, есть можно, но его надо варить 2 часа. А я поварила минут 15 и сразу стала готовить. Это грибы условно съедобные. О, целыми груздями. Смотри, какие они здоровенные. А еще у них есть двойники. Иди, собирай. Тут, короче, среди поганок и опята нашлись. Надеюсь, не отравимся. Ну так. Маленькие. Идешь ко мне? Здесь, походу, люди не ходили еще. Да? Ты меня слышишь? Ау! Заяц, ты меня слышишь? Маленький тоже заберу. А это что? Сыроега. А вот лисичка. Лисичка полезная. Очки обратно. Там пройдет. Там надо. Я уже сегодня просто лазила по таким местам. Мне не очень хочется. Это опенок. Опенок, только он уже плохой. Или взять. Че опенок? Ну, большой опенок, но он уже такой. Да дряблый. В прошлый раз мы с тобой такие не рвали, а в этот раз и такие. Ну а что на жареху пойдет? Да? Да. Здесь да. А вот там, где я... О, блядь. Сильно? Дай ведро. Да подожди, да, ведро свое. Я ж тебе сказал, будь осторожен. Ты видела, я упал. Я ударилась. Дай ведро. Ты сама цепила все. И мое ударило, блядь. Давай. Да не топти все грибы там. Ай, я ударилась. Мое уж ударило. Твоя черная, красная тоже упала. Я ударилась сильно. Я тоже ударился. Ай, блин, синяк будет. Нет, синяк хорошо. А если шишка вырастет, прям по косточке. Она видела, что ест косточку Павли. Сама. Но я думала, я удержусь. Вот держалась хорошо. И моя бита ударилась. Блин, в двух местах ударилась. Вот здесь и вот здесь. У меня один ногу пиздец, блин. Я просто это... Ты знаешь, мне так сильно боль чувствую, но я знаю, что там хана уже. Ой, у меня в трех местах, и вот, но тут не сильно. Раз, два, три. Ты видел, как у меня нога, блин, запуталась в бревнах? Вот, вот смотри. Раз, два, три, четыре. Да пипец. Ты потом ударила мое ведро. Там мне да у меня вообще нога запуталась в бревнах. Давай краснюха, блин, на, забери. Я же тебе сказала, его надо было убрать. Да ладно. Живы же, ничего не сломали, слава богу. Вот еще. Опятушки. Что-то над ними столько мух. Я упал на прикол.
ладно, тоже прикольно, как ты переходишь. Оп, молодец.